знаете, вот есть мечты, а есть реальность. Любая мечта может стать реальностью, если на то будет воля. Центр развития – это развитие всей нашей личности. В нашей личности есть тело, есть ум, есть душа. Сознание тела, тело сознания – это элемент одной системы, они завязаны очень сильно. Если человек уделяет внимание этим направлениям, то можно сказать, что он находится в поле здорового образа жизни. Люди очень разные, и кому-то нужны просто эмоции, кому-то нужен умный отдых, содержательный, кому-то нужно вдохновение. Кто-то любит какие-то активные виды деятельности. Есть множество направлений, и каждый может найти то направление, которое будет ему по душе. И главное, того мастера, который ему будет по душе. Я понял, что когда ты встречаешься с мастером в каком-то деле, ты можешь лучше почувствовать красоту. Люди приходят и начинают это все слушать, слышать, тело ощущать. И многие люди спустя какое-то время говорят: «О, у меня есть руки, оказывается». Просто знания не работают. Ну, это можно просто книжку почитать, там, в интернет зайти. Они начинают работать, когда есть атмосфера, в которой ты это знание получаешь. Если говорить о творчестве, то у нас есть потрясающие просто занятия, которые увлекут не только детей, но и родителей. То есть можно приходить и заниматься вместе с ребенком, а это в том числе и семейная терапия. У меня ощущение, что это рождение нового образа жизни. Ты просто можешь увидеть, что есть другой взгляд на мир. Ты можешь снова увидеть его, как в детстве, очень красочным, ярким и красивым. Мы все хотим быть счастливыми. И мы хотим научить других быть тоже счастливыми.